Сейчас. Тротуар. 300. Войт у нас танкует. Босса с хантом. Йотан. Подошел, если ты не видел. Да, я вижу. Йотан танкует шамана рядом с проходом. Танки меня услышали. Войт. Че за прикол? Че за бдюк? А мы так он шаман. Я знаю. Йотан, смотри на меня. Не, где держать, я помню, нет. Бдилку на сову. На меня бдилку. Печенька, это шаман. Понял, понял. Танкуешь его вот здесь. Видишь, да, меня? Ибо. Розария, твоя задача не уронить Йотана. Чё? Это было тяжело. Тукал ты потом, бастя. Чё там Байера присуманят? Мне да, надо... суманите ГОСТа. Мне не надо бдилку кидать, я так скидываю и там. Лучше геф кидай. Геф и так умрёт. Бесполезный. Сейчас погоди. Варлок, дай шкаф. Как это сделают для суммы? Пускай дамажит. Пускай радуется, пока есть возможность. Я себе сделал макрос для Гены. Так, все пьем сапрот на этого босса. Рычи на баф и пул. Что это такое желтое? Это тринька с каргер. Жунуэн. Кто держит босса? Сова. Ну, в смысле, кого убивать будете? Креста держит Редвар, потом, соответственно, Редвар забирает хант. Пока Крис жив, Войд держит босса вместе с хантом. Окей. Этот Библ, пульни на меня с пула босса. Какого? Главного звездочка. Поздно, братан. Я его не смог выделить. Отходим. А, ладно, падаем. Да за что? Когда я делал макрос на покойся с миром свои, это не было, не означало, что все бесер. Как ты отъехал? Ты не успел прожаться, тебя сразу же убил, что ли? Не совсем сразу, пол хп, через пару секунд еще пол. Частица была на ком? Чего еще раз? Товары нет. Вот, вот, Вася тоже пишет, что 2000, я тоже это видела. Там была вот... Сейчас я быстро спекнусь в момент. Че там, Пайер не хочет голду обратно забрать? Сумоньте меня обратно, я сейчас брюли перекину и потанчу. А вместо кого ты? Ты в ДД.
Споем, да, обновлю баф. Войд, ты на присте, потом заберешь ханта. Включи на баф пул. Блять, совы опять лапу жмут. Вы чё, блин, такие ЧСВшники? Никто не просит просто. Да, пожалуйста, по шаманам каску. У нас нет каски. Блять, стоп. Всё, куля. Нажмите Геру, кого не в КД. Я сет не работает, да, но... Может, я там похилю? Чё за бред? А где хил-то? А ты кого назначил? А кто тебя хилит? Блядь, любой свободный шаман. Нет, это надо конкретно начислять. О, да, очень весело. Может, 4 танка лучше? Да, нужно конкретно начислять. Потому что мы тут ГПшки уже полутали в свое время, когда мы самовольничали. Как бы я назначил хэпала на ДК, который такой шамана. Ну, типа, ясен хрен, кто-то должен находиться не на рейде. Хорошо, значит, Полин, хилишь меня приоритетно. Я знаю, что прям вообще, потому что меня убило вредностного, а потом просто сложил уже окончательно под всеми прожимками. Резать меня, мне переодеться надо. Иначе не успею. Давай, мы отвернемся. Давай, пожалуйста. Давай, флешмоб. Я глаза закрыл, честно слово. А я посмотреть хочу. К звездочке все спиной, давайте флешмоб сделаем. Давайте спиной. Ты еще озвучивай. Я сейчас снимаю. Полин, я не смотрю, кольчу. Меня нет. Во в домике. Мать. Теперь скидываю сапоги. Медленно снимаю тринкет. Вешаю его на спинку стула, да? Перевешиваю на другую, на другого персонажа. Специально для Полины, потом Войд будет говорить, как переодевается портовой. Знаете, как короче, Чель хочет купить голову Т5. Но у него ник Love Porno. Я вот думаю, мне сначала как раз продать тему, голову, ребят, а потом, да? А потом составить жалобу. Или наоборот. Он, кстати, конченый, нихуя не продавал. Бафы на всех есть, всем всего хватает. Причем на бафы пул. Кто где стоит? Все как обычно. Розария хилит ДК. Каску это кто? Локом. Розария ДК хилит, Полина хилит меня. Остальные на рейде. Не нужен нам шестой хил. Неликс, чего не хватает?
можно ему СС повесить. То есть типа линии на ману что-то дать. Он над шаманами издевает. Мусорная кухня. Дайминги завести то, какое время он все будет. Дайте счет ангеру. Я ману не смотрю. Да будет. Серьезно, ни одного шамана маны нет. Да. Безрон над ними издевается. Нет, у меня хант есть. Меня лично три кп. Бабл, зачем засасывать? Ребятушки, разговорчики. Oh.
Да. Ну, типа, не такая большая разница от Ханта, например, всего лишь прям. Да. Байру не повезло. Ген, только учитывая, что Библ фулл брюлёвый. Ну, а у меня тут мультидот. Не полный, конечно, но все же есть. Не, если бы я в сурве был, бы у меня еще больше ДПС. Ну. Просто у нас пропадет 10% АП. Он уже йот от меня. Там конь будет в личку мне плакать, что нету его. Да, он съет он. 10% дает. Ну, он сейчас первый раз с нами, я его первый раз вижу. Я базара нет, сейчас спекнусь. Просто я не знаю, у нас все фросты, а сути. Короче, да, он я могу... временно в танке. Ну вот видишь, я его первый раз. Как ты всегда фросты, блин, у нас нету фростов людей. Войт, я на тебя на пулю. Конь, вот давай, помогай мне. Давай слышь, конь, давай слева на пулю. Стойте тут в середине. Он мне на пул КД, я этих на пулю. Попозже. Зек, стоят, ты чё? Конь на пул, там вары танчат. Нормально всё. Страдает. Где забирать? Чё ещё? Даркис, сейчас у нас Мара Грим, ты там 100 тысяч увидишь по-любому. Да ем. Не, ну если постараться, да. Ничего стараться, он старлёк такой. Ну, типа вот так. Но если увидеть просто 100 тысяч, окей. Ну, один раз постараюсь. Если бы сали бы стакали, а, точнее, эти бдилки. Это будет. Теория раскрутится до трех раз. Wait. У меня предложение. Скажите Зерону, пусть он вам три бдилки дает. Как бонус. Да. Нет, смотри, и типа, чтобы их можно было на разные цели раскидывать, а можно еще на ком-то одном стакать. И чисто в три бдилки на гирку кидать. Нет, чисто 100% изи. И чтоб ШВ еще как аура работал. Просто на постоянке, на пассиве. У вас два вара танчат. Боитесь. Один про товар хорошо, два про товара. Вагер, смотрите. Нет. Смерть. Очень интересно, нихера не понятно. Что написано? Но... Просто Ян писал. Не, это я все посмотрел. До этого просто без уточнения было. Второе уточнение. Поэтому я решил уточнить. Делать мне неху на 3-4. Не, а смысл? Ну... Не, я имею в виду босса просто. Босса-то да, вот, ну, это просто босса. Да, не буду.
спроси, что такое катан. Бля, ну что ты мне предлагаешь это быкоплатку, что ли? Гена, ты же алхимик. Давай. На, босса согрели. Это не я. Подержу, пока доберем. По-любому это сова. Давайте, да, трэш добьем. Можно даже типа дать геру, ну, чтобы слить ее, тут все равно будем падать. Так мурлом, я надеюсь, Байер там ушел, нет? Вообще в ахуе, наверное. Блин, вот дикари. Куда я попал? Там мобы идут, смотрите там. Дикари, одна сова за них дымажит. Пуля, ты погнали дальше вместо стрэша. Да изим, берем Марагрима до Гидроса ведь. Чего, слили мобов? Нет, там скрыть не в одну ступу. Да, вроде, остались одни скрыть. Я за одну ступу остались. Ну все, можно падать. Тогда подходите сюда. Диваны дайте там кто-нибудь. Пойдем под морду, диван, дай одну. Под морду. Кидаешь три лужи, а сова тебя на 4 ляма сумет. Нормально? На трэше. Только не убегайте. Бывает. Шторм, кто тебя там будет? Мне вот интересно, почему же Нуэндер добрый? Чтобы ты встал. Что, все когда померли, ты встал? Так надо поменять, но он не мне отдал. Да? Шаманы могли встать. Я тоже знаю кому. Тебе? Готово! Там могут дохнут люди, что-то мага. Босс не отвейдится. Босс не отвейдится, анкил, резист, джокер. Вам надо подохнуть. Анкил, давай в Даларан прыгать. А прикинь, если бы здесь боссы вообще не выедились. Ты пойдешься в Даларан, а туда Марагрим при... Такой, блядь. Из-за недели просто через портал хуяли, такой уже постарел, блядь. Такой, помните, мы в ноябре выйдели после, да? Он прибежал. Я не знаю, обнова в DC была какая-то или чё? Почему-то всех резко тише стало слышно. У меня сегодня с утра была обнова, да. Нет, просто у меня сейчас на 100% стоит, плюс у меня, ну, типа, тех, кого надо слышать, все на 200 выкручено. Все равно как-то... Прием, прием! О, господи, Гена! Так, ну, сова у меня изначально на 10%. Выйти заранее. Будь здоров, Гена. Будь здоров. Это ладно, чё, я на боссе? Я тут. А ты шкаф? Да не, я на боссе. Нет, ты на трэше. Вместе со мной. Ну, вот ДК трэш цеплять, это такой себе. В Т4 в Бладе, по-моему, это несложно. Это нормально, да, так. Тоже. Хотя вон, суманить ему народ и будет со мной на трэше. Я там в ДД? Да. Смакать. Ну чё, кто сейчас летает? Конечно же я, ПКД. Хотя не, Амир будет. Привет, Полина, не угадала. Кто дамажит, то это летает. Дальше сова. Хотя я, блин,
Гена, тебе что теперь дамажит? Развесил своих гнев Кинария, да? Или ты все равно там в топ-5 ДПС, наверное, будет. Ребята, ну, что на баф пол? У нас еще око. Там один моб ходит. Ничего страшного. Ох, одного зальем. Сова один на один с ним выйдет. Или даже не так. Тут встанешь? Тебе чар. Не бейте босса тут. Не сейчас. Да поглотит вас, пучина в лоть! Что? Через горн. Вы ближе, что ли, к боссу стоите, или чё, блядь? Народ подвел мобов, а у них уже полшита нет. Конор убил Сол. Thank you.
человек. Так, что там у нас идет? Нерф сов, нерф фрост магов, нерф комбо. Не пойму, их вообще что не кидают в эту хуйню? Я просто смотрю на этот ДПС в трэш. Шок. Я на 3 ляма больше дал в трэш, чем босс. Понимаю. Кис, у тебя шок? Ну что там? Розырчик собрал 4 куска. Кстати говоря, мне показалось или сейчас мобы стали ледяной шок? Или они раньше тоже кидали? Раньше не кидали. А кольцо льда, кот, это этот, это моб, которого не залили. Я, короче, два раза с этого, с подкидом не бежал, два раза попадал в эту хуйню. Влад. ДД. Я спекаюсь. Это Телмур, если у тебя такой же, то, в принципе, я думаю, можем отдать. Не, если 272, тогда не могут отдать без ВП. Но если не так, в таком случае нет. Редвар, ты понимаешь то, что я тебе дала хождение, просто промахнувшись по себе? Это что? Чё... Да, знаешь. Вот бы в жизни бы так было. Давай я тебя патрулю, а ты... Давай бы. Я не могу выделить себя из-за этой чертовой мышки. Писит, а? Алина, есть такая волшебная кнопочка, F1 называется. Гидрос кому не нужен? Мелик желательно. Вага, а если в мелью зону подбегать, считаете за мель? Я буду кем ты захочешь. Так, Тел ему на замену на Гидроса. Ставлю Байера обратно. Бабл, ты можешь быть картошка фри? Я могу. Хождение по воде символ надо ставить, да? Блять, я упал. Он у меня стоит, да. Странно, кстати, Библ, что у тебя ник Биг Бабл, а ты играешь не на плейде. Да. Конь, ты это, заведешь или я? Сейчас я сбегу. Сейчас я прорвусь. Блять, это плохой. А вон там Боливан уже. А что там соревнования, кто быстрее заявит? Я в прошлый раз, короче, не ванишем заявил, а сдох от него. Он тоже заявил. Я его сыграл, у меня ваниш КД, он убил. Главный результат. Это, знаешь, чисто в стиле... Скилл, он есть скилл, да, ребят? Я тоже могу завейдить. Постойте, не бегайте, постойте. Пройдет это. Фарада, полутай вот этого большого. Блять, дайте уже кто-нибудь ему 100 голды, а? Тут вирус, монород с порешалом, как два гомика. Ты отмести, а вот все уже кончилось. Котики должны держаться вместе. А, точно перепутал, да, котики. Он привязался, да, к тебе? Он хотел... Да спруйте тот пак сзади, который стоит. Вы все равно его заденете. Бой, типа... все, бой. Да. Да.
Ну-ка, кот, а чё в марте месяце? Кошки, а рот убили. Марте месяце. И ещё совсем гадов. Убегать будете от босса и выйдете? Так это, им надо не котиков, им надо каждому, они же коты, значит, им надо по кошечке. Правда, лута не тут большого. Вот с первого пула убьём. Вспоминаем этого. Давай, скажи Настя, Нарсия. Чё-то я вас не верю. Кошечка. Наша кошечка. Это этот мультик же детский есть такой. Чё-то так там. Кто на боссе? Войт или кто? Покатай одна кошечка, чё такое. Войт, ты на боссе? Как ты знаешь, ты же РЛ, давай, рули там. Лево, право. Двигаемся телом. Поставьте шкаф. Диоса найти Байера. Не знаю, что он покупает, правда. Сегодня явно день не Байер. Сегодня Байер в целкашке охуел, наверное. Кто у нас будет третьим танком? Весь народ там на трэш. Я наоборот думал босс, трэш. И кто-то еще трэш. Вон Редвар и монород на трэш и войд на боссе. Не? Я в танке, мне надо в город летать, чтобы спек менять. Я не буду этого делать сейчас. Потанчи босс. Босса потанчи. Подожди, а кто будет? Что ты будет? В танке сейчас или что? Я не. Ну, и все, значит, Войд. Войд трэш Войд вместе с Монородом. Я на боссе. Монород слева, Войд справа. Баф на всех есть, вообще. Каски нет на шамана. Мозер, монород, чего не хватает. Касочки. Локом, варом. Плюсаните в чат, если готовы. Все, можно. Перевожу.
Казум, дай СС по мне, есть? Да. Давай. Вожу. Продолжение следует...